Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале я продолжаю прохождение DLC Assassin's Creed Павшие Короли. Ну, то есть Assassin's Creed Unity Павшие Короли. Это уже четвертая часть. И в прошлый раз я застопорился на вот этой вот головоломке. Что ж, сегодня я продолжу ее проходить. Почему тут еще обозначено, что я могу что-то найти, как будто бы тут, я не знаю. Опа-на. Увидите это? Это что такое? Я так и знал, что они не зря это все-таки поставили. Это какая-то загадочка. А, ну да. Хренота какая-то. Вот что ей надо, я не знаю. Но смотрите, куда я пробрался нафиг. Возможно, я узнаю, что мне надо, типа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Знаю я ваши подсказки, в которых ни хрена не понятно. Может загуглить, а? Что-то... А, опять взаимодействовать, смотрите. Смотрите, я забрал. Да, это мне много даст, конечно, чуваки. Это намного мне больше даст, чем я не знаю, хотел. Смотрите, тут погас огонь, то есть там он горит. То есть я неправильно пошел, да? Нет, неправильно. Смотрите, зажегся. Так, то есть тот. Сейчас пробую этот. Этот неправильный. Ну вот смотрите, вот. Я уже понял, что вот, допустим, вот этот есть. Отлично, да? Отлично. По-моему, отлично. Теперь, скорее всего, вот с этой стороны. Да. О, видите, все я сделал. О, что? Что это за устройство? Как и карта на дисках сделан из света. Ну, ни хрена. А, и мне еще туда придется решать теперь. Да боже. Проблема года. А что они заорали? Призрак короля. И это, их что, нету там больше? Я надеюсь, нет. Ну, конечно, нету. Им-то насрать. Боже, этот призрак короля, как он опасен. Чуть-чуть давай. Так. Да, и теперь с той стороны. Блин, ненавижу, а, такое говно. Ну, мне реально не нравится, вот, когда ты решаешь одну, потом еще одну, а там-то вообще ничего не понятно. То есть вы понимаете, да, тут хотя бы какая-то подсказка была, тут легче. А там ты нифига не понимаешь. Да он угорает надо мной. Вы чё, вообще прикалываетесь? Уроды тупые, блин. Я надеюсь, оно сохранилось. Если оно не сохранилось, это пипец, значит, полный.
А, но сейчас пишут сохранение. А интересно, вот это сохранение что-то значит, потому что я когда... Да, оно ничего не значит, значит. Оно ничего не значит. А, значит. Что, блин? Серьезно? Оно что-то значит? Нет, сохранение сохраняет игру, да ну нафиг. Этот придурок, он вернется? Нет, сюда. Я же не этого убивал. Смотрите, что с этим дауном, блин. Какие нафиг деньги, блин? Ты чё, урод? О, они чё, болеют чем-то? Чуваки, помогите мне. Да блин, да как вы меня достали, а уже. Это больные создания, я не знаю. Они вообще люди нафиг. Так, чуваки. Я не понимаю, эта игра угорает надо мной. Я уже задолбался, я реально говорю. Я уже сколько я минут записываю? Сейчас посмотрю. Погодите. Ну где-то минут 20 я уже записываю. Я решил только первую головоломку, а тут еще задание надо проходить. Я не хочу, чтобы вам было скучно смотреть. Из-за того, что PlayStation 4 нафиг записывает только, знаете, сколько? Час максимум. Это то и. И то это, блин, 720p качество нафиг. Да, даже так нельзя. Ладно. Ладно, 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 чё, чё сказать. Чуваки, я просто хочу пройти хотя бы, ну, на какую-то, блин, нормальную фигню. И все. Без проблем. Если вы думаете, откуда я знаю, куда идти, то как бы это уже 500-я попыточка на моем счету. Ничего, где они? Смотрите, тут два челика. Вот опять кто-то пришел и чуть меня не спалил. Зашибись. Игра лучшая вообще в мире. Я сейчас кину дымовую нафиг и всех тут раскидаю. Я просто задолбался ждать уже. Конечно, тебе показалось, ты же больной, блин. Придурок нафиг. В жопу иди отсюда. Как они меня видят? Кто-то сейчас умрет. Честно. Очень интересная игра, конечно, да. Я уже какой раз пробую нафиг не умереть. Не, вам было бы интересно играть в такую игру, где ты ничего не делаешь, но тебя видят. Кто туда ушел, отлично. Так, смотрите. Так, вот он сейчас когда пойдет, мне надо будет сейчас нажать на кружочек, чтобы я повис на руках, и потом убил их обоих.
Все, наконец-то. Я сделал это дерьмо. А, ну. Чернила можно прочитать с помощью любого источника света. Фонарь поможет вам отыскать скрытое сообщение, карты или подсказки. Да реально, что ли? Фонарь мне поможет? Да что вы, люди? Невидимые чернила. Они могут убрать, пожалуйста, вот эту вот свою фигню? Я пока не вижу ничего. А, я понял, погодите. Игра офигенная, прям вообще. Серьезно, серьезно. Игра классная. Туда сайты специальные есть. Вот в браузере набираешь. И специальные сайты даже есть. Смотрите, хоп, нажал. Хоп, нажал. Хоп, нажал. И хоп, нажал. Сейчас, подождите. Нет, неправильно. Не три. Смотрите, три, один. Так я же вроде так делал, нет? Два. Четыре. Да, сделал. Что, ё-моё? Все отлично. Смотрите, я сделал задание. Теперь погнали. Убийств. Проберитесь в последнюю комнату, отмеченную на карте. Погнали. Вот видите, как все сразу легко стало, да? Да, отмеченная комната самая последняя, самая долгая, видимо. На мафик, блин. Посмотрел, да? Это еще не все. Мне кажется, что вся игра идет в каких-то 5 FPS-ах. Погодите. А, вон она где. За бред-то, блин, пошел нафиг. Все лагает. Да и пошли в жопу отсюда. Козлы, блин. Видимо, мы отсюда выберемся потом. Либо это просто сверху. Ничего, наверное, здоровье восстановлю. Ух, нифига. Ой-ой-ой, я надеюсь, тут паркурчик будет. Мне вот нравится паркурчик. Ну да, смотрите, опять головоломка. Ок, чуваки, если с первого раза, ну или со второго, я не знаю, не пройду, то ладно уж. Попробую.
почему-то пропала вся. А, потому что я в воду залез. Так, я осветил. Теперь, что мне делать? Надо нажимать плиту. Так, смотрите, я, видимо, начинаю понимать. Смотрите, это первый. То есть он самый маленький. Нажимаем. Этот повыше. Этот еще выше. И тот еще выше. Погодите-ка. А, то есть это надо еще раз нажимать и нажимать. Смотрите. Так, осталось еще вот эту нажать. Все, я понял смысл. Смотрите. Все. Да, блин, ну сколько можно ваши головоломок? Вы меня уже достали. Не, реально, эти чуваки, которые постоянно с головоломками, сколько можно, типа? С этими головоломками? Ну, блин, я так и хотел зацепиться в тот раз. Смотрите, сюда вот он не зацепляет. А, все, зацепился. Ой-ой-ой, паркур, паркур. Блин, мне показалось, он упадет сейчас. Ну, видимо, я играю все-таки профессиональным паркуристом, поэтому... Ему обязательно надо будет залететь в воду. Ну, чтобы помыться, как бы, вы не понимаете. Так, все, вон мне показывают что-то мне. Найдите нужную замочную скважину. Так, замок есть. Теперь ищем ключ. А, все. Ладно, что ж, я думаю, на этом все. Сейчас прочитаю, что мы сделали, я уже забыл. Воскрешая мертвых, мы выполнили задание, получили 25 тысяч фунтов или флоринов, я не знаю. Испытания я выполнил 2, все отлично. Что ж, поэтому думаю, можно на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчик. Пишите в комментариях, понравился вам этот выпуск или нет. И вообще пишите, нравится ли вам прохождение. Что ж, ну а я буду заканчивать. Всем до скорых встреч и всем пока-пока.